Всем привет! Фантомас в отпуске! Ну а чтобы вы не скучали, он оставил нам свою гнусную рожу. Готовьтесь, нубики, начинаем! А еще мы придумали очередную хрень, чтобы у вас вырабатывался рефлекс, как у собачек Павлова, и так встречайте наш адский сутуна. Sieg Heil, mein lieber kleiner Kinder, und schkalatieren, und задротен, und пидорасен, гандорас. Мамкина курва сумка, открывай, донг, делайте бабки пизденкой, несите мне, млеко, яйки, пу, бля, деньги, деньги, гуд, яйца. А сейчас, дорогие мои задроты, я хочу вас познакомить с сыном нашего маркетолога. Итак, встречайте, Моня Рубинштейн. Шалом, правоверные. У меня таки в гараже есть все ремды и куча нарки. А еще мне сделали обрезание, и я собираюсь отращивать пейсы. Вот, завидуйте. Вообще-то, баба-видеоблоги вещь совершенно бесполезная и нахуй никому не нужна, если у нее нет сиси пятого размера. Но меня взяли не за это, а за большую и широкую душу. Вот. И я хочу здесь познакомиться с мужчиной, у которого есть большой кошелек и большая пиздатая машина. А мне помогла похудеть очень сильно, похудеть и стать похожей на доску моя знакомая, тетя Клара Захаровна. Это мой диетолог. Она очень сильно помогает сбрасывать вес. Приблизительно где-то так на 25%, да. Вот, знакомьтесь. Тетя Клара Захаровна, она вам даст диету, и вы тоже будете сверкать своей красотой и плоскостью, как доска. Если вы свинья и постоянно жрете за клавиатурой, если у вас крошки постоянно падают в клаву и там заводятся тараканы, я вам советую мелок Машенька, натрите им клавиатуру и жрите его тоже. И вы будете худеть, и тараканы будут дохнуть, и вы будете стройны, как Маша Таймырская, и будете красивы, и выйдете замуж за любого толстосума, даже если вы мальчик. А Лысого отправили в командировку на дополнительные работы, и он строит дачу дяденькам из альтернативы. Простите меня, пожалуйста, простите, я больше так не буду, простите меня, я больше не хочу здесь находиться. А все началось с того, что я спиздил кристаллы у Мони Рубинштейна. Я больше так не буду, Моня, прости меня, пожалуйста, скажи папе, чтобы он пустил меня. Я заебался уже строить ему эту дачу, видите эту дачу на фоне? Сзади меня мои лысые головы, это ебаная дача, меня кормят только одними дошираками, чтобы я срал кирпичами. Кирпичами, чтобы строить эту сраную ебаную дачу, а это мой прораб, посмотрите, бля. И, блядь, хватит прохлаждаться, иди работай, блядь! Ой, не пройти, а то опять я осталась без ужина, пока. Как вы знаете, совсем недавно закончился наш конкурс «Фотожопа Танки Онлайн 2013», и случайные игроки, соответственно, не могли победить. Но мы выбрали самых наших лучших жополизов, и вот, смотрите их работы, я думаю, вам это должно не понравиться. Продолжается конкурс за самое жополизательское жополизание. Итак, Кри за жополизание. Продолжайте в том же духе и лизать нам жопу. На сегодня все. Подписывайтесь на канал Рома DVD, ставьте ему лайк, пишите ему комментарии, подписывайтесь на его страницу ВКонтакте, ставьте ему лайк, пишите, любите его, целуйте его. И вообще, он самый великолепный, я его просто обожаю. И перестаньте на меня дрочить. И дрочить на нее перестань, да, я тебе сказал. Я тебя выебу, я тебя высечу, блядь. Эй, на канал подпишись и лайк поставь.